Сестры Анна и Наталья из Челябинска делают одежду по технологии валенок. Вещи из войлока дышат, согревают, отталкивают грязь и садятся точно по фигуре. Катышки на такой одежде практически не образуются, что позволяет их долго носить и прекрасно выглядеть. Челябинские мастерицы создают шедевры и доказывают, что войлок – это не только валенки, а еще невероятно удобные и экологичные изделия на все случаи жизни. В коллекции девушек можно найти пальто, джемперы, платья, юбки, а также сумки и шапки. Некоторые думают, что такие изделия грубые. Ничего подобного, они очень мягкие и приятные. Безусловно, это не трикотаж. Войлок не будет так же драпироваться в большинстве случаев. Но это и не валенок. Эта одежда как бы обнимает, а одна кофточка весит меньше 200 граммов. Работа очень кропотливая, весь процесс полностью ручная работа. Каждая вещь уникальна и неповторима. Сестры создают на валенных вещах необычные узоры и даже картины, на создание которых может уйти не одна неделя. Иногда еще расшивают бисером. Чтобы убедиться, что одежда больше не сядет, ее полощут в машинке. Кстати, стирать валенные предметы гардероба можно, но нужно делать это очень бережно. Необходимо полоскать в мыльной воде, а отжимать и выкручивать нельзя. Утюжить только в сухом состоянии. Анна и Наталья в прошлом юрист и бизнесмен-строитель, а сегодня успешные дизайнеры войлочных нарядов. Сестры погружены в свой шерстяной мир с головой и мечтают создать свой цех по производству экологической одежды, согревающей душу не только соотечественникам, но и иностранцам.